том, что когда ты начинаешь, твое государство действует в зависимости от интересов какого-то лобби, армянского лобби или другого лобби, твое государство, собственно, утрачивает национальные интересы. А в данном случае армянское лобби просто выталкивает Францию с Кавказа. Я-то это лично приветствовал бы. Но, может быть, это из политических соображений невыгодно Азербайджану, там полный разрыв отношений. Но сейчас у Азербайджана карт-бланш на руках. Если завтра Миримиджлис потребует от Ильхама Алиева разорвать дипотношения с Францией, кому от этого будет лучше? Франция потеряет диалог. Поэтому МИД Франции, естественно, просто чуть с ума не сошел, когда узнал это. А в Сенате, ну, вроде как демократия. На самом деле там группа сенаторов, которые кормятся, не знаю, там кормят ли меня тюркский мир, но их точно кормят армянское лобби, понимаете. Они приняли это решение, и теперь Франция сама себя загнала в угол. Она может перестать быть посредником Минской группы, она может разорвать отношения, теперь Турция и Азербайджан имеют полное право, допустим, разорвать или ограничить отношения с Францией, выслать послов, допустим, и перевести отношения в формат каких-то консультаций дипломатических. С Турцией. Надо ли это? Турция. Через Босфор, Дарданеллы проходят французские корабли. Я понимаю, что у Франции есть конфликт с Турцией в Средиземном море из-за газовых там ресурсов и так далее. Но на серьезное обострение никто эти не готов. То есть группа безумцев, националистов и те, кто у этих националистов кормится, великую страну Францию поставили в дурацкое, неудобное, дикое положение.